Итак, всем привет, сегодня мы будем играть в игру под названием... Спор. Спор, давайте начнем. Так, давайте выберем вот эту... Так, стоп, нет. Ну, давайте вот эту планету выберем. Ага. Это у нас игра с этапами жизни. Так, давайте его... Так, мы будем веганами или обычными людьми? Обычными людьми. Так. Сложность. Вот это что за... Что это за рыбка такая странная? Блин, да. Так, ладно. Так, давайте выберем хард. Мы же... Нет, давайте норм. Норм. Так. Планета будет называться... Все. Ох, все, давайте. Ох, анимация пошла. Однажды... На Луне родился необычный малыш. Я родил. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Возле непонятной звезды летел... Что-то летит, метеорит. Он летит, летит. Короче, смотрите. Кстати, вода как вода обычная. А там бывают еще планеты, короче, там вода зеленая и красная. Ну, видимо, зеленая планета была более схожа на нашу, но я решил выбрать вот эту. Так, и мы будем. Кем мы будем? Мы такая каляка-маляка. Так. Без этого разберемся. Идите в жопу. Так, что, жрать, да? Так, о, мяско, смотрите, какое живое. Сколько у них глаз. Кто это у нас? Мино. Блин. Максис, это кто у нас такой? Такая глазастая фигня. И да, я вот вам один лайфхак. Лайфхак вам скажу. Смотрите, сейчас мы наберем ДНК. О. Так. Вот, травку мы не можем есть. Вот это, кстати, есть шипы. Ой, ура, мы получили шип. Спайк. Креатор, вижу слово. Вижу кау. Нажимаю. Все, отложил яйцо, все, можно уже игру заканчивать. Итак, что ж, это была игра под названием... Ну ладно, пошутил. Ха-ха-ха-ха-ха, я пошутил. Давайте ему глаза хотя бы адекватно поставим. В самое правильное место, вот. Так. Да, вот смотрите. А если сделать... То есть, получается, мы можем просто тупо... Поднакопить еще маленько и поставить рот. Интересно, можно вот так сделать? Поставить вот так, и сюда рот этот поставить. Давайте попробуем потом. Когда наберем еще два ДНК. А, название. Так. Что это мне напоминает? Это будет у нас крабик. Так, описание. Крабик. Бегал по лугу. И нашел себе нугу. Офигенные стики. Стики. Офигенные стики. Теперь у нас рот. Теперь у нас два рта. Мы можем заглотить в два раза больше пищи. Видите, как удобно. Можем жрать сразу двоих. Так, у нас тут еще... О, боже, нет. Так, нет, я пошел. Я думаю, меня сейчас за жопу укусят. Так, все, меня укусили за жопу. Ох, теперь посмотрим, кто кого еще за задницу. Куда он делся? Ну, какая магия. Кстати, тут еще кто-то больше есть. Типа мы сейчас... Ага, я понял. Ну, кстати, давай. Так, все, помогите мне. Да почему с той стороны? Нет, уходите, я не хочу вас есть.
Так, меня хотят съесть. Так, давай, давай, давай. Все, я успел ехать. Интересно, меня могут же сожрать в такой момент? Когда я откладываю яйцо. Так, о, да, можно. Ну-ка. Все. Мы теперь всеядные. Кстати, я тут подумал, давайте-ка его переименуем. Это у нас будет... Можно по-русски, да? Можно. Высшие... Высшие, блин. Высшее существо. Все, офигенно. Оно у нас, кстати, теперь всеядное. Так. Так, кстати, а что ты нам проговорил? Историю. А, смотрите. Типа мы можем быть такими, такими. Давайте жрать все, чтобы быть посерединке. Золотая середина будет у нас. Так, жрем. Он, кстати, у нас очень быстро качается. Так, вот этих, не знаю, толку не жрать. Тут еще надо какие-то фрагменты всякие собирать, которые с них падают. О, ты, смотрите, нарывается, падает. Ну, пусть попробует меня догонить. Ах, догнал. Так, ну ладно. Нарываться, да, решил? Нарываться, да? Вот тебя за жопу, как ты меня укусил тогда. Так, так, как с ним... Во, давай, давай. О, все. Так. Скорость. Так, ага, я понял. К этому мы не приближаемся. Нет, он опять на меня загрелся. Ну что такое? Так, что там у нас? А, да. Пока что мы все еще практически будем такими. Но я хочу быть посередине. Значит, нам нужно жрать траву. Но травы нету. А, вот трава. Как только надо, сразу появляется. Только мы выросли, вот это не очень. О, ну-ка, о, это кто такая? Киля. Какие-то рис... Так, стоп, ты чё, офигел? А, это яд, у него... Я сейчас отравлюсь. Так, еще травы дайте, больше травы. Нужно больше золота. Ну не про ту траву, которую вы подумали, а трава, которая растет в океане. Потом сейчас будут думать то, что мне нужна трава, которую у вас на заднем дворе нашли. Нет, что вы, не подумайте. Ни хрена они большие. О, увидел маленькую. Маленькую. О, ну, о, ну смотрите-ка, у него хоб... Это он что? У него там какой-то хоботочек, которым он высас. Ни хрена он... Так, ладно. Нет. Нет, нет, нет. Ноу, no, ноу, no. Не ешьте меня, я кот. Хотя я не кот, я похож на какого-то крабика. Не пойму, а че ему больно? А, я успел. Я поймал яд. Так, где бы найти еще вот этого сосальщика? Сосальщик, ты где? Так, что-то сосальщик не хочет отзываться. А, вон он, сосальщик-то. Так, мы тут так дрифтуем. Дрейфуем даже. Так, вот он. Так, иди сюда. Ох, спасибо, что защитил меня. Спасибо, что принял такую тяжелую ношу. Куда он ушел? Нет, нет, он слишком быстрый, погодите. Сюда иди. Сейчас сделаем себя супер быстрым. Так. А, мы не можем. Ну, давайте поставим, например, себе... Ну, хотя вот это мы можем поставить. Хотя нафиг нам надо, давайте яд поставим себе. Вот такую жопу. Так. Все. Глаза у нас тоже должны быть на жопе. Это высшее существо. Все. А вот сделать себе такой же хоботочек уже не сможем. Чтобы высасывать кровь. Так, а нет, все-таки
Ну-ка давай, понюхай яда. Ну, знаете, яд на жопе не от всех защищает. О, вот он. Иди сюда. Иди сюда. Братан, иди сюда, я тебе кое-что покажу. Давай. Ну, пожалуйста. Ну, чё ты уходишь? Давай, иди сюда, иди ко мне. Я тебе подарю что-нибудь.